Цена только сегодня. Каждый день мы представляем вам один товар по исключительно низкой цене. Действительный только одни сутки. Удачных вам покупок! Специальное предложение только сегодняшнего дня. Самая выгодная покупка. Хит продаж 2018 года. Представляй, Олег. Мы предлагаем вашему вниманию уникальную сковородку тройную. Даже не просто двойную, а тройную. Потому что это сковорода с функцией духовки. Она полностью сделана из литого алюминия. Значит, это прочный материал. Никогда не деформируется. И вы можете готовить не только на всех видов плит, кроме индукции, но и даже на углях. Здесь есть специальное покрытие в виде природного камня. А значит, природный камень полностью заботится о вашем здоровье. И вы не будете употреблять перфтооктановую кислоту. Здесь очень удобная магнитная клипса, значит, наша сковорода идеально закрывается и не пачкает столешницу. Значит, нам не придется отмывать, и значит, мы не будем тратить на моющие средства, а будем больше заниматься своими детьми и внуками. Вот, все молодец. Сказал. У Олега пока внуков нет, но он уже представляет, как он это будет делать. Это хорошо. Слушай, на самом деле у меня есть сковорода-гриль. Да. Но когда я начинаю вот активно там жарить, да, у меня что получается? Одна так. сторона чуть больше прожарится, так. другая чуть меньше. Вот у меня, чтобы идеально со всех сторон равномерно, не получается. Потом внутри иногда вот не доготавливаю, так. и прямо с сырцой мясо. Так. Я не могу понять, что я делаю не так. А? Смотри, во-первых, ты много делаешь лишних движений, ты не можешь заниматься своими делами. То есть ты постоянно стоишь у плиты. Чем удобна сковорода? Тройная сковорода от фирмы Велберг. То, что это три в одном, это духовка. Так. Ты здесь можешь приготовить большую буженину, потому что здесь силиконовая вставка, которая позволяет не запачкать не только столешницу, но и не выхолаживать теплопроводность, которая находится внутри. Мне нравится то, что наша сковорода здесь идеально позволяет приготовить блюдо, гриль или, например, прекрасные овощи и так далее. Мне нравится наша сковорода, то, что она позволяет нам приготовить даже тушеные блюда. А значит, по сути, нам не нужна сковородка, сотейник. То есть не тратим на это время. Гениально! Хит продаж 2018 года. Сковорода двойная от бренда Велберг. Три в одном. Это сковорода. Это гриль, видите, с полосочками. Да. И это полноценная духовка. Сегодня для вас по более низкой цене, нежели в 2018 году. 1799 рублей – это цена, которая действует только сегодня на нашем телеканале. Мы выбрали это предложение в качестве главного предложения дня, потому что сковорода всегда, когда предлагалась на нашем телеканале, в тот же день и заканчивалась полностью, хотя мы закупали у Велберг достаточно большую партию. Звоните, друзья, на эту сковороду еще действует фиксированная доставка 199 рублей. Ну а если вы сегодня сделаете свой заказ на сумму больше других телезрителей, мы подарим вам дополнительный подарок. В прошлом эфире была победительница, уважаемый продюсер, напомните, пожалуйста, Наталья Алексеевна, она выиграла планшет. Смотрите, условия. Вы делаете свою покупку на шоп-н-шоу. В течение часа мы смотрим, да, у кого больше сумма заказа будет. В следующем году мы вам дозваниваем, в следующем эфире мы вам дозвонимся. Вы называете число, мы открываем коробочку и смотрим, что вы выбрали. Так, друзья, давайте сейчас вернемся к главному предложению сегодняшнего дня. Это сковорода многофункциональная. Давай расскажем, что такое многофункциональность. Ну, рассказываю. Многофункциональность, когда ты можешь приготовить не только большие куски мяса, то есть использовать ее как функции духовки, но можешь приготовить блюдо-гриль, потому что здесь есть специальные полоски, где стекает лишний жир, а значит, вы не употребляете этот жир, не употребляете холестерин и будете долго жить. Преимущество нашей сковородки то, что вам не нужна, по сути, духовка. И духовка не экономная, она очень-очень, как правило, тратит много электроэнергии. Наша сковорода прекрасно работает на плите и оставляет мясо идеально сочного. А значит, вы удивляете своих близких и друзей, и они будут идеально пробовать. Ну-ка, дай мне идеально попробовать. Да. Знаешь, когда мы были в ресторане, в мае месяце мы отдыхали за границей, ходили в ресторан, вот там было нереально вкусное мясо. Оно приготовлено было на гриле, и оно прямо таяло во рту. Очень похоже. Очень похоже, очень вкусно. Все-таки, знаете, гриль — это совершенно другое ощущение во рту. Помните, когда мы готовим на мангале, там же вкус мяса другой. Вот то же самое, когда мы готовим на сковороде гриль,
Тут совершенно другие ощущения вкуса. Попробуйте, да. Вам понравится. Слушай, ну вот я сейчас смотрю, да, на нашу сковороду. Мне нравится, что она закрыта. А вот брызги все равно из нее вылетать не будут, а то мне приходится потом не только сковороду, но и плиту мыть. Ну вот смотри, старые обычные сковородки круглые. Угу. Там же крышка. Ты же, когда закрываешь крышкой, плотность она не удерживает именно тепло правильно. Как мне нравится работает наша сковорода. Смотрите, вот мы, допустим, готовим куриные голени. Нам надо повернуть, помешать. Мы не открываем, не выхолаживаем. Берем, да. Переворачиваем, жарим с одной стороны, пожарили, друзья мои. Дальше, друзья мои, берете, закрываете, перевернули и опять жарите. Что это вам дает? Во-первых, вы не пачкаете столешницу, раз. Вы не пачкаете плиту, два. Третье, вам дает следующее, что вся температура вся остается внутри. А значит, вы получаете очень сочное вкусное блюдо. Ну и, конечно же, выгоды. Это радость, счастье гостей. Ну и, конечно же, все, кто будет пробовать ваше блюдо. Гениально. Слушайте, многофункциональная сковорода, которая заменяет нам абсолютно все. Такая сковорода должна быть на кухне у каждой женщины. Ну, вспомните, иногда хочется что-то такое эдакое приготовить, да? А мы не знаем, ну что для этого нужно. Для этого нужна вот такая сковорода. Открываем и смотрим. Это сковорода. Это гриль сковорода. Это полноценная духовка, потому что мы ее закрываем, она плотность вся полностью герметично закрывается и готовится там вкуснейшая еда, как настоящей духовки. И это главное предложение сегодняшнего дня. 1799 рублей – это цена только сегодня действующая на нашем телеканале. Скидка 1600 рублей. Действует только сегодня. Успевайте набирать номер телефона. Я вам искренне рекомендую как можно скорее сделать свой выбор, потому что до вечера, по статистике, такие сковороды не доживают. Слушай, еще следующее преимущество нашей прекрасной сковородки 3 в 1. Это сказали духовка, это рассказали то, что здесь сковорода гриль и обычная сковорода. Она покрыта каменным покрытием. Ага. Каменное покрытие не содержит перфтороктановой кислоты, свинца и других элементов таблицы Менделеева. А значит, вы употребляете здоровую пищу. Мне это очень нравится. Это следующее. Здорово. Каменное покрытие. За ним очень легко ухаживать. А значит, вам не придется тратить на моющие средства, а взяли тряпочкой, протерли и все. Каменное покрытие, оно более долговечно, чем, например, перфтороктановая кислота или старый вот такой вот тефлон. Ну и самое главное, это сейчас стильно, модно, и вы всегда будете в кулинарном тренде. Здорово, пригорать ничего не будет. Только представьте, не будем отдраивать сковородки. И только сегодня с фиксированной доставкой 199 рублей почти в любой регион России. Добирайте свою корзинку полезными товарами. Так, друзья, здесь только два ножа. Я хочу напомнить, что здесь у нас целый комплект. Быстренько презентую. Всего должно быть 5 ножей. Куда дели ножи, ребята? Я использую себя в работе. Ладно, тебе прощаю. Друзья, сегодня, собирая свою покупку на сумму 4990 рублей, вы можете получить вообще бесплатную доставку в любой регион России. Все подробности у наших операторов. Сама по себе сковорода очень высокая. Вот для сравнения, посмотрите, высота ее почти 8 сантиметров, где-то 7,5. А значит, помещается практически 5 килограммов еды. Угу. То есть можно накормить большое количество гостей, которые к вам пришли. Что мне еще нравится? По поводу соусных блюд, да, ты спросила? Ну, по поводу вместителя. Ну, да, да, да. Смотрите, друзья мои, показываю. Здесь можно пожарить большое количество вот куриных голеней или рыбы. Опять же, если вы хотите добавить соуса или хотите добавить пряных трав, как вы используете в сотейнике, вы можете взять эту сковородку и готовить как в сотейнике. К тому же, сотейник стал стандартный. У него высота примерно, ну, 6 сантиметров. Здесь же 8 сантиметров. Плюс вот эта крышка, она герметична, с силиконовой ставкой, что позволяет полностью закрыть, не выхолаживать и помешивать. Смотрите, вот закрываю. Так. Закрываю плотно, показываю. Берете, перевернули и продолжаете. И ни капли мимо. Нет, ни капельки. Удобно. Причем столешница у нас остается чистой. Здорово, друзья. Вспомните, как иногда мы готовим на плите, да? Все летит, брызги летят. Потом мы моем не только сковороду. Нам уже вот эта вся еда и готовка не в радость. Потому что потом еще надо рабочую поверхность все отмывать. Вот теперь такой проблемы не будет. Это чистота на нашей кухне. Да, чистота. За 1799 рублей. Мне нравится. Слушай, ну, давай поговорим еще, из чего сделана наша прекрасная сковорода, из какого металла? А, слушай, у меня вот есть сковорода, которую недавно купил мой муж, пришел и сказал: Оля,
Всего лишь 600 рублей, сковородочка. Я еще подумала, ну, слушай, хорошая цена. 600 рублей? Ну, 600 рублей. А я ее на плиту поставила, и она сразу прям, знаешь, так вот выгибаться начала. То есть она деформируется при нагреве. А смотрите, литой алюминий, прочный материал, по своим свойствам то же самое, такой же, как чугун. Я сейчас просто хочу вам показать, ну, давайте, раз вы здесь остановились, хочу показать, насколько толстая наша сковородка. Толщина ее составляет практически целый сантиметр. А значит, при сильном нагреве температура 220-230 градусов ее не будет, не поведет. Даже рекомендовано готовить на углях при температуре, запомните, примерно 180 градусов вам вполне достаточно. И самое главное, что вы будете готовить сочные вкусные блюда. Вот они какие! Друзья, вкуснейшие рецепты вы можете осуществить при помощи нашей сковороды от бренда Velberg. Ну и ваши, конечно, если вы успеете сделать свой выбор. До вечера такие сковородки, как правило, не доживают. Это статистика 2018 года. Сегодня самая выгодная цена в 2019 году. Друзья, я даже не припомню такой цены в 2018 году. Успеете сделать свой выгодный заказ? С Новым годом! 1799 рублей, 3 в одном, это сковорода-гриль. Это просто сковорода, это настоящая духовка от бренда Velberg. Еще раз покажу, с антипригарным каменным покрытием. Вот, сама сковорода, она такая плотненькая, мне нравится по ощущениям. Она достаточно увесистая, то есть ее точно не поведет на плите, она деформироваться не будет. Можно готовить и в закрытом, и в открытом виде. Все это для вас сегодня подготовил бренд Velberg. Успеете набрать номер телефона? И не забудьте про выгодные акции. Хотите получить фиксированную доставку? Нет проблем, она уже ваша. 199 рублей почти в любой регион России. Все подробности в колл-центре. Олег, я еще вот что хотела тебя спросить. Смотри, вот когда ты сейчас готовил, да, вот потом это же все нужно отмывать. Ну вот если, например, приготовить без масла, и, например, сыр добавить, это же все может пригореть, потом сложно отмывать. Да, наша сковорода с эффектом духового шкафа, она, напомню еще раз, покрыта антипригарным покрытием в виде природного камня. Ага. И вот сейчас мы будем готовить с эффектом духового шкафа. Помните, вы, например, хотите мясо запечь. Вы берете его, отбиваете, там, допустим, там, заливаете майонезом, как вы обычно делаете, добавляете какое-то количество масла и отправляете в духовой шкаф. Духовой шкаф хорошо работает, но есть одно но. Нам надо постоянно контролировать и понимать, не пересушится ли оно. А у нас как это работает? А у нас сковорода полностью герметична. Вот она закрывается, и там остается температура. Да. Внимание на экран, давайте посмотрим. Обычная сковорода, к ней нужна крышка. Крышка, это, как правило, не очень плотно прилегает. Раз. Второе, когда ты, допустим, готовишь в обычной сковороде, то тебе надо постоянно контролировать, и не всегда происходит равномерный прогрев. У нашей двойной сковородки гриль. Можно готовить с эффектом гриля, а значит, вам не надо покупать сковородку, такую дорогую гриль, а готовить ресторанные блюда. Второе, не высушивать блюда, а значит, у вас получаются сочные, хорошие решения кулинарные. Третье, то, что за этой сковородкой очень легко ухаживать. Она покрыта природным каменным покрытием. Причем в несколько слоев. Это же компания Velberg. Вы еще не знаете, с 90-го года делала профессиональную посуду. Вот, то есть тебе больше на дачу не нужно ездить. Для того, чтобы шашлычок пожарить, достаточно приобрести сковородку и сделать блюдо на гриле. Ничуть не хуже, а даже вкуснее. Итак, с наступившим 2019 годом! От всей души мы вас поздравляем. Я знаю, что многие из вас сейчас продолжают сидеть за столом. Это прекрасно. Но почувствуйте также и аромат качественной, вкуснейшей еды, как в лучших ресторанах. Хотите приготовить на ближайшие праздники такое же блюдо? Вот, зазвоните сегодня и получите самую выгодную цену, которая действует только сегодня на шоп-н-шоу. 1799 рублей. Звонок бесплатный, оплата у нас при получении. Также на эту сковороду действует фиксированная доставка 199 рублей. Почти в любой регион России. Дозванивайтесь. Про ножи не забудьте. Положите их тоже в корзинку. Ну что ж, Татьяна Ивановна, здравствуйте! Из Иркутска. Здравствуйте. Здравствуйте, Татьяна Ивановна. Я знаю, что вы в предыдущем часе сделали свой заказ на самую большую сумму по сравнению с другими телезрителями. От этого мы предлагаем вам выбрать свою цифру и выиграть подарок. Вы готовы? Я хотела сначала вас поздравить с Новым годом. Спасибо. Пожелать удачи, счастья, здоровья. Спасибо. Олег, иди сюда.
Спасибо за ваши хорошие вещи, как вы ведете передачи. Спасибо. Спасибо. Ваша сковородка изумительная. Я брала до этого 3 их подружкам, дом своим и себе. Здорово. Это вот такой же от бренда Велберг, да? Вот двустороннюю. Да, да, да. Отлично. Я уже готовила сколько раз. Вот в том месяце мне пришла 3 сковородочки. Я подарила своим подружкам. Вот видишь? Прекрасно. И вот сейчас еще хочу взять. Здорово. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое. Вы так передачи ведете. Спасибо. С наступившим Новым годом. Мне почему-то все время так и хочется сказать, с наступающим, а он же уже наступил. Да. Так быстро, просто праздник прошел, я даже не заметила. Вам удачи. Спасибо, вам тоже удачи. Подождите, не переключайтесь, не нажимайте на трубку. Смотрите, какой номер вы выбираете? Посмотрите, пока какие числа остались, пока все вы забили. Смотрю. Какой? Так, сейчас скажу. Ваше любимое число. Троечку? Троечку. Троечку. Так, Олег, иди сюда. Троечку. Развязываем. Да, троечку. Итак, троечка, друзья, открывается. Ух ты, здорово. По-моему, очень актуально. Сейчас вас будет согревать, смотрите, вот такой замечательный плед. Этот плед, лондонский шик, приедет к вам совсем скоро. Татьяна Ивановна, это ваш подарок. От всей души поздравляем вас с Новым годом. Это ваш законный, заслуженный приз. Ура, с Новым годом, с новым счастьем. Так, ну не забудьте, что каждый из вас может поучаствовать в нашей лотерее сегодня. Чем больше вы заказываете, тем больше вероятности победы. Вот так. Ну что ж, мы возвращаемся к главному предложению сегодняшнего дня. Слушай, ну мы возвращаемся к главному предложению сегодняшнего дня. Это, я могу сказать, уверен, что это не просто двойная, это тройная сковородка от компании Велберг. Это сковорода с функцией духовки, которая поможет тебе приготовить любые блюда, которые ты делаешь в духовом шкафу. Например, буженина. Но буженина всегда обычно высушивается. Здесь ты готовишь идеально, плотненько, не выхолаживается. А значит, получается сочненько, все очень хорошо. Здесь ты можешь приготовить блюдо, гриль я вам демонстрировал. Очень хорошо получается вот такое вот сочное мясо. А значит, вам отдельно не нужно приобретать сковородку-гриль. Вы прямо можете здесь готовить. Вы использовать можете эту сковородку как обычную сковороду сотейник. Приготовить, например, пасту. Не бояться, что здесь пригорит, потому что внутри у нас здесь антипригарное покрытие в виде природного камня. Не только внутри, но и снаружи. А значит, смело вы можете добавлять, например, сыр или различные соусы из сливок. Слушай, а вот смотри, со временем не будет ли истончаться наше покрытие вот это вот? Во-первых, здесь несколько слоев антипригарного покрытия не будет. Главное, используйте правильно лопатки, шумовки. Сам ложками. Нет, деликатно это можно, но да? Без фанатизма. Деликатно используйте лопатки, если вы хотите использовать как сковородку. К примеру, я открыл, использую как сковородку. То есть это вообще долговечное получается? Ну, конечно же, антипригарное. Оно не только внутри, но и снаружи. Смотри, ты берешь, помешала, развернула, к примеру, тебе надо помешать. Ты разворачиваешь, все, пожалуйста. Здорово, это удобно. Перевернула с другой только стороны. Только представьте, вам не надо теперь замачивать на ночь сковороду, потому что с первого раза она не отмывается. Это действительно качественная сковорода с каменным покрытием, которая никогда не подведет. Олег, скажи, пожалуйста, к любой ли плите подходит? У нас есть разные же плиты. У нас есть газовая плита, у нас индукционный, электрический галоген. Да. Я знаю, что сейчас какие-то новые керамические плиты. Наша прекрасная наша прекрасная сковорода 3 в 1 от компании Велберг подходит для всех видов плит, кроме индукции. Но смотрите, какое дополнение, друзья мои, я разворачиваю. Компания Велберг сделала специально 3 диска. Это называется спиральное дно. Для чего это сделано, рассказываю. Плиты, как правило, у вас 60 на 60. Чтобы не мешало рядом стоящей кастрюле, вы можете передвинуть. А значит, вам не надо убирать кастрюлю, вы можете прямо жарить тут же. Слушай, она вот здесь прямоугольная, посмотри, будет ли прогреваться со всех сторон? Вот уголки меня интересуют сковороды. Нет, а прожарит. Посмотрите, я в качестве примера показываю, друзья мои. Смотрите, прожаривается, прогревается со всех сторон. Румяная корочка получается также со всех сторон. Потому что за это отвечает спиральное дно, которое находится в этой прекрасной нижней части. Вот, оно прогревает и с этой стороны, и справа, слева, и внутри. А значит, прожарится в каждом уголке тоже будет. Это бренд Велберг. Это 3 в 1. Это не просто сковорода.
Это еще и гриль сковорода. Это самая настоящая духовка, потому что она герметично закрывается, а значит все блюда готовятся вот точно так же, как в духовке, но только еще вкуснее, потому что тут еще и гриль, обработка специальными полосками. Бренд Велберг, австрийское качество, которое очень полюбилось в прошлом году нашим телезрителям. Каждый раз, когда в прошлом, в 2018 году мы предлагали вам вот эту сковороду, она заканчивалась прямо уже к вечеру. Многим она не досталась в 2018 году, зато сегодня сковорода представлена по самой выгодной цене – 1799 рублей. Ну, смотрите, я считаю так, нужно заказывать на бесплатную доставку. У меня так мама часто делает, наши телезрители об этом тоже постоянно знают. Возьмите как минимум две сковороды, как это сделала наша телезрительница, которая только недавно выиграла плед в прямом эфире. Она заказала сразу три сковороды. Вот закажете три сковороды, получится бесплатная доставка в любой регион России. Либо закажите сковороду, закажите ветчинницу, закажите ножи, целый набор ножей, 899 рублей. Закажите на сумму 4 990 и получите бесплатную доставку в любой регион России. Дозванивайтесь, звонок бесплатный, рекомендую поторопиться. Вечером таких сковородок уже не останется. Ровно минутку у нас остается. Хочу тебя спросить, да. Олег, вот когда мы будем переворачивать, ничего вылетать не будет? Но здесь же сделана наша сковорода, это еще раз напомню, 3 в одном. Это функция духовки герметично, плюс она сделана каменным покрытием, сделана из литого алюминия, значит это прочный материал, который никогда не поведет. Здесь установлена силиконовая вставка. Это прочный материал, из которого делают силиконовые формы, которые выдерживают температуру 200 градусов, никогда они не сломаются и не порвутся. Кроме того, при сильном нагреве они также будут удерживать герметичность. В качестве примера я готов пройти на экспериментальный стол и показать, как она работает, эта силиконовая вставка. К примеру, мы сейчас вот представим, мы готовим соусное блюдо. Это может быть азуп татарский, это может быть бифстроганов и так далее. Крышка, когда мы накрываем, нам надо приоткрывать, и, как правило, всегда пачкается столешница. Смотрите, как работает силиконовая вставка. Я залил сюда стакан воды, показываю на примере, фиксирую вот так вот магнитом, друзья мои. И переворачиваю, да? Да, и переворачиваю. Вот так, друзья, смотрите, и ничего не течет, никакого дождика нет. Итак, три в одном, сковорода, гриль-сковорода, духовка, это раз, от бренда Велберг с антипригарным каменным покрытием. Сковорода, которую можно использовать даже на углях, потому что она настолько прочная, из алюминия, что ее не поведет. Дозванивайтесь, да. Лучшая цена только сегодня на Shop & Show с фиксированной доставкой. Все подробности в колл-центре.